Ах ты, это плеер пришел. Круто, круто, это пришел плеер. Всем салют! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. Сегодня у нас на распаковке вот такая вот посылка. Посылка это у нас, я не знаю, что это пришло. Не знаю, что это пришло, трек номер не отслеживался. Оценена она в $5. Все запаковано, чувствуется, что внутри какая-то картонная коробка. Какая-то картонная коробка внутри. Давайте откроем и посмотрим, что же нам пришло. Интересно, это даже не картонная коробка. Так вот, все пусто. Такая вот коробочка из пенопласта, он так противно шуршит. Коробочка из пенопласта и запакована скотчем. Ну, упаковка довольно-таки хорошая. То, что это уже не сломается, ничего. Здесь еще завернуто вот в мягкую в такую поролонку. Ах ты, это плеер пришел. Круто, круто, это пришел плеер. Как ни странно, плеер, да, там что-то стоит около... Что-то около $10. И трек номер не отслеживался, то есть ни курьером, ничего, просто вот пришла, в почтовый ящик бросили и все. Странно. Давайте откроем так вот, чтобы аккуратно открыть. Потому что пакетик здесь еще и на клипсе. То есть можно будет потом закрыть там наушники, допустим, что-нибудь, если дождик, раз, закрыл и унес. Что ж, давайте достаем и смотрим комплектацию. Значит, первое, пакетик. А, бедный Йорик. Мне просто с ним веселее. Так, значит, пакетик. Наушники. Наушники такие простецкие. Простецкие наушники. Ничего в них особенного нету. Никаких инициалов, никаких опознавательных знаков нету. Значит, наушнички сюда. Потом вот такой вот. Такой вот провод. С одной стороны вот широкий шлейф, с другой стороны USB-шка. Но чем плох такой провод, что если этот провод потеряешь, уже ничем не загрузишь. Так, ладно, это потом. Давайте, вот есть инструкция. MP4. Значит, кратенько по кнопочкам и как коннектить, я так понял. Ну ничего, все на английском, но я думаю, ничего сложного, будет разобраться, что здесь написано и чего, какие кнопки, что для чего сделано. Плеер довольно-таки увесистый, тяжелый. Так, снимаем пленочку, потому что мы не на продажу, так что можно все оторвать. Здесь сзади защитная пленка тоже. Тоже сдираем. Такой металлический, приятный. Как зеркало можно использовать. Если когда чистенько, вот. Все видно, зеркало. Значит, что по поводу провода. Провод не USB, так что если потеряется, то уже никак вы не сможете воспользоваться, придется вам искать такой вот провод. Это очень неудобно, я считаю, просто на самом деле можно потерять провод и потом уже не найдешь его. Ладно, давайте перейдем к самому плееру. Черный пластик. Навигационные клавиши и в середине кнопочка. Попробуем его включить. Что мы имеем? Цветной дисплей. Я его, честно говоря, заказывал, но я не помню, какова его емкость. Надо сначала попробовать перейти, настроить язык. Для начала давайте попробуем настроить язык. Что настраивается еще? Смотрите, настраивается язык, время, режимы устройства. В общем, много. Я думаю, сделаю потом отдельный обзор. Давайте посмотрим, закачана ли какая-нибудь музыка. Можно вот музыка, видео,
Рекорд, ну я так думаю, это можно использовать как диктофон, FM-радио. В общем, довольно-таки интересный плеер. Посмотрим все-таки, давайте, что здесь есть из музыки, может что-нибудь есть все-таки закачанное. Да, какая-то песенка есть. И попробуем через эти же наушники послушать. Разобрался я все-таки, как добавлять звук. Здесь переход в меню. Это перемотка у нас. Клавиша перемотки. Это клавиша воспроизведения паузы. А звук добавляется вот нажатием на центральную кнопку. Но играет очень-очень тихо. Я не знаю, может быть, на других наушниках будет лучше. Уже вот отваливается у него вот это вот запчасти от наушников. Я просто сейчас под руками нет наушников попробовать, но играет очень тихо. Попробую закачать другую музыку, попробую другие наушники. В общем, сделаю отдельный обзорчик по этому плееру. Ну, а на сегодня тогда все. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите в гости, смотрите разные другие мои видео. Всем пока, до новых встреч. Салют!